Малярная мастерская эвакуатора Тома. Привет, Бен! Какой сегодня замечательный денек для работы на ферме! Ты собираешь овощи и фрукты? Выглядят очень вкусно! Для кого они? Ты хочешь сказать спасибо Тому? Что же он сделал для тебя? Оу, он только собирается что-то для тебя сделать. Как любезно с твоей стороны. Том будет тебя преображать в своей малярной мастерской. Здорово! Пора уже ехать к нему. Смотри-ка, автобус Лили. На этом узком мостике хватит места только для одной машины. Ты хочешь, чтобы Лили проехала первой? Настоящий джентльмен. Проезжай, Лили. Бен подождет. Похоже, Том уже готов поработать над преображением Бена. Бен, следуй за Томом в его мастерскую. Ах да, сначала стоит отдать подарок Тому. Тому очень понравился твой подарок, Бен. Итак, в какого героя ты хочешь превратить Бена, Том? Тебе нужны идеи? Что ж, Бен очень добрый. Он привез целый прицеп свежих продуктов. И пока ехал сюда, уступил Лили дорогу на мосту. Он всегда смеется и улыбается. Бен очень хороший парень. Люк Скайуокер из «Звездных войн». Отличная идея! Что думаешь, Бен? Ты хочешь на один день превратиться в плохого парня? Как забавно! Том, есть идеи? Дарт Вейдер! Идеально! Бен будет самым милым злодеем в городе. Начинаем, как обычно, с основного цвета. Сначала тебе нужно изменить решетку Бена. Отличный выбор. Треугольная как раз будет похожа на маску Дарта Вейдера. Теперь ты готов к нанесению основного цвета, Бен. Тебе не пригодятся яркие краски для этого перевоплощения, Том. Ты уже выглядишь намного страшнее, чем обычно, Бен. Но не тогда, когда ты так улыбаешься. Что дальше, Том? Погоди, куда ты едешь? Что это такое? Это старая панель управления от твоего гаража? Ты сделаешь из нее панель на груди Дарта Вейдера? Как хитро! Потрясающе, Том! Но если Бен заговорит, его голос будет звучать, как у Дарта Вейдера? Как здорово! Что? У тебя еще осталось пара интересных штук для образа? Thank you.
Ну, конечно, шлем Дарта Вейдера. Почти готово, Бен. Но, кажется, у Тома есть еще кое-что очень особенное для тебя. Все верно, это твой личный световой меч. У тебя хорошо получается, Бен. Эй, Том, он силы преисполнен. Бен, ты никогда еще не выглядел таким злодеем. Никаких больше хороших парней, да? Отличная работа, Том. Никто никогда и не догадается, кто скрывается под этой маской. Да пребудет с тобой сила, Бен. До новых встреч, Том. Малярная мастерская Тома. Эй, малыши Том и Джереми, смотрите. Там малыши Фрэнк и Мэтт. Они одеты, как Чейз и Маршал из «Щенячьего патруля». Ух ты! Я думаю, малыши Том и Джереми хотят узнать, откуда у вас такие костюмы. Из малярной мастерской Тома? Почему бы вам не поехать к нему и не узнать? Может быть, Том и вас сможет преобразить. Эй, Том, у малышей есть вопросы к тебе. Кто спросит? Ты, малыш Джереми? Или ты, малыш Том? Вы хотите узнать, может быть, Том сможет превратить вас в крепыша и Рокки из «Щенячьего патруля»? Ну, что думаешь, Том? Сможешь? Отлично! Начинаем! Ты первый, малыш Том. Сперва нарисуем на малыше Томе серую форму, такую, как у Рокки. Прекрасная идея. Нам понадобятся другие цвета. Зеленый. Хорошо, Том, давай посмотрим. Получается здорово, малыш Том. Что еще тебе нужно? Невероятно! Теперь ты похож на настоящую собаку! Мы ничего не забыли, Том?
ты! Теперь очередь малыша Джереми. Какой цвет нам нужен для формы крепыша, Том? Бежевый. Хорошо, Том, приступим. Какие цвета еще нам нужны? Коричневый. Потрясающе! Что еще нам потребуется? Шлем крепыша. Малыши, подождите. Кажется, Том забыл дать вам кое-что еще. Ваши значки щенячьего патруля, конечно же. Вот так. Выглядите превосходно, ребята. Вот теперь они готовы играть с остальными участниками щенячьего патруля. Веселитесь, ребятки. Отличная работа, Том. До новых встреч, друзья. Малярная мастерская Тома. Привет, Лили. Скажи-ка, кто твой любимый мультперсонаж? Хеллоу, Китти. Здорово! Тебе стоит поехать в малярную мастерскую Тома. Я уверен, он сможет превратить тебя в Хеллоу, Китти. Привет, Том. Лили хотелось бы, чтобы ты ее превратил в Хеллоу Китти. Ты можешь это сделать? Чудесно! Она будет выглядеть замечательно. С чего начнем, Том? Белый цвет – то, что нужно. Как раз как мех у Хеллоу Китти. Ты, Лили, ты уже изменилась. Что дальше? Розовое платье, ну конечно. А что у Хеллоу Китти желтого цвета? Точно, ее нос. Что-то забыл, Том? Yeah.
Ах, это прекрасно! Оу, дружок, что там у тебя внизу? Угу, да, я вижу. Оу, Лили, ты и вправду превращаешься в Hello Kitty. Усы, но они слегка изогнуты, Том. О, здорово придумал. Этот выпрямитель сделает то, что нужно. А клей приклеит усы к лицу Лилли. Щекотно. Изумительно. Ха-ха, ты выглядишь просто превосходно, Лили. Но твоя улыбка намного красивее, чем у Hello Kitty. Пока, Лили. Наслаждайся новым внешним видом. До свидания, Том.